Надо же. Без 15:09 и лавра открыта. Я тут спрятался во дворах. Думаю, сейчас меня выдворят, если я буду... Ой, где моя протирочка? Если я буду слишком открыто там ходить по центральной площади, скажут, все, будьте любезны, удалитесь, у нас 9, предположим, 9. Территория должна быть освобождена. Сегодня 26 февраля. Все тает. Аптека. 1902-1903 года. Особенно купол со звездами. Синий купол с золотыми звездами. Шикарно. Напоминает волшебный колпак мага. Какого-то кудесника. Забыл, что здесь находится. Сейчас почитаем. Музей театрального, музыкального и киноискусства. Никогда здесь не был. Как все ленился зайти. Сейчас постучу. Скажу. Одолела меня жажда искусства. Не могу терпеть. Спасать. Гасите пламя. Здесь красота. Окно чердачное вообще славно. О, настоящий весенний такой дворик. Здесь сидит какая-нибудь боярская жена. Сравнимая. В этом тереме сидит уже 10 лет. 110 зим и 10 весен. Второй год. Еще неплохо корпус поставлен. А лунище, как фонарь, и прямо над куполом. Колокольни. Точно. Вот это зрелище. Только надо чуть-чуть отойти в бок. Станет так, что она прямо над куполом была. Так, что здесь? Не вижу. Боярские жены тут не показывают знаков из-за решетчатых окон. Опасно быть боярской женой. Уп, у нас спряталась прямо за куполом.
выдворят меня, если я сейчас покажусь. Точно выдворят. Надо рискнуть. Чем черт не шутит? Здесь ничего не написано. Или написано? Ага. Здесь экспозиция. Фрески церкви Спаса на Берестове. Так. Севья в Берестов. Фрескус. Значит, все-таки здесь фрески есть. Я тоже, опять же, никогда не смотрел. Все-таки поснимали оттуда фрески. Это отлично. Ну, это обратная церковь, ясно. А вот. О, какие старые двери. Входить в маски. С контрольками бумажные. Ну да, тот нижний с бумажной контролькой. Там печать поди стоит. Прижился. Вообще нет ничего более вкусного, чем бюрократия. Вот такого рода. Так, быстрее смотываемся. Таки поймал меня охранник. Он оказался добрый. Не так страшен черт, как его малюет. Я говорю, может, я вот здесь круг небольшой сделаю? И сразу выйду. Так говорит. Сделай. Это похоже на кактус. Ой, ай, точно. Кактусы. Все спалили. Это поля. Крыша здесь хорошая, медная, по-моему. Это не тут слава сделана крышу. Отлично, она скована, листы соединены. Может быть и обычное цинкованное железо. Ну, тоже вещь хорошая. Отсюда можно выйти, а можно выйти. Еще открыто тут. Через экономичную браму. Выйду-ка я через центральную площадь. Одно охраннику покажусь, что я его не наду. Что я, черт возьми, все-таки честный человек. И слово свое держу. Сегодня точно как фонарь.
9 часов. Где же мой охранник? Кого тут поблагодарить? И как он не может дорасти до колокольни? Это надо отойти. Опять туда во двор. Да и там тоже затруднительно. Интересно, открыто тут. Да, открыто. Вот. Оп. Закрой за собой калиточку. Культурные люди. Чик. Отлично. Сейчас посмотрим из любопытства, как они тут. Закрывают экономическую браму. Ворота на замок закладывают или нет? Нет, не закладывают. Ясно. Все. Луны не видно. Никак не поймать. Или вот тут 9 часов. Не 9, а прям как полночь. Все кругом обезлюдило. Или у них тут дважды 9 часов пробивает. На разных башнях по-разному. Мне показалось, что вот это как бы главная колокольня, а тот звук шел откуда-то. Со стороны, словно с направления трапезной церкви. Вот она, спасена Берестной. Значит, отсюда фрески переносили. Здесь тоже само растает. Все правильно. Все должно идти своим ходом. Не поленился, я посмотрел, что это за церковь, в которой экспозиция. Устраиваются, ну, фрески выставлены были в церкви Спасена Берестова. Называется она церковь Святого Николая Чудотворца. Нынешнее каменное здание построено в 18 веке. Но на этом месте стояла церковь деревянная. И не одна, наверное, еще с 12 века. Многое перестраивалось. К началу 20 века практически полностью утратила свои первоначальные формы. В годы Второй мировой войны сильно пострадало здание. В 50-х годах было восстановлено в формах украинского барокко. Внутреннее убранство не восстанавливалось. Сейчас в помещении церкви лекторий Государственного Киево-Печерского историко-культурного заповедника. Лаврская улица, 9, корпус
25. Вот так. Луна помутнела. Жаль, я не нашел тогда удачной точки. Да там пространства не хватало во дворе. Честно говоря, чувствовалось. Что, можно домой направляться. Как-то даже потеплело вот в эти часы последние. Странно. Ну, я чувствую субъективно, вот, что тело мое разогрелось. О. Сегодня опять футбол. Все там сияет, за Мариинским дворцом. Как будто день. Ощущение такое, что там обрыв очень высокий где-то впереди. И сияние исходит от, не сверху от фонарей, от какого-то моря невидимого. Красивое зрелище. Сияние это потому, что воздух полон тумана сегодня. Вот как рассеивается все. Нет, никакой игры нет. Была, наверное, была. Почему какое-то имеет значение?